И восьмой раз мы очень надеемся, что Токаев не трус. Хотя, трудно верить, потому что нового Казахстана нету. Токаев — это Назарбаев номер два. То есть, если Токаев говорит, что разрешает регистрацию, упростить процесс регистрации, то идет обратный процесс, то есть нам запрещают. Также мы хотим, чтобы прекратили политические преследования активистов и требуем международного расследования кровавых январских событий. Мы знаем, что его хозяин — это Путин. Нам стыдно это так. Потому что я считаю, что Токаев предатель, потому что он бил Путина, то есть АТКБ, против мирного населения. И дальше был приказ, всем известный, стрелять на поражение и без предупреждения. Это даже военное время считается. Мораль сломает на пост, свобода!